Привет, ребята, с вами Каиса. Я продолжаю проходить второго гекса Nintendo 64 версию европейского региона. И мы отправляемся во второй уровень, тематику ужасов, как всегда. Так, первый пункт я за кулеры хотел взять. За кулеры. Сколько? Вот это, по-моему, да, за кулеры. Да. Так, ну что ж, начинаем. Собираем черепки, возможные. Сперва. Камера по-прежнему... Ох, кстати, а что это такое? А, это картина такая. Мне показалось, там постоять можно. Так, ну... Прыгаем вперед. Убиваем тыкву. Так, и на этой платформе отправляемся наверх. Так, ну, собираем черепа, ждем платформу, сбиваем первый кулер, берем красную муху. Так, ну черепа собрали. Теперь надо собирать надгробные эти дощечки. Давайте зажжем муху. Вот так, побыстрее гек станет у нас. Так, ну здесь зомбак. Здесь зомбак. Здесь можно взять зеленую муху. Берем. Так, тут можно еще немного пособирать. Берем. Ползем наверх. По люстре дальше. Заглянем в дырку. Так, прыгаем вперед. Так, вот еще один кулер. Сбиваем его. Это второй у нас кулер. Так, лифт активировать я не буду. Так, ну, спускаемся по лесенке. Можно взять чекпоинт. Но не обязательно. Так, посмотрим в дырку. Собираем плиты потихоньку. Тридцать восемь, да? Так, вот еще один кулер. Теперь хоккейные маски надо собирать. Берем жизнь. Так, и поднимаемся по лестнице наверх. Собираем масочки. Ай-яй-яй. Свалился вниз. Так, ну можно вот сюда еще свернуть. И идем дальше. Четвертый был по счету кулер. Так, а мы почти собрали все маски. Oh,
Так, берем зеленую муху. Собираем маски. Есть белый пульт. Ну, можно его уничтожить, можно не трогать уже. Вряд ли я еще 50 масок соберу. Так, и прыгаем дальше. Нет, в этот телевизор я пойду не сейчас. Замечательно. Пятый кулер. Активируем вот здесь телевизор. Берем 25-ю жизнь. И возвращаемся назад. Так, ждем. Вращаем камеру. Ай-яй-яй, не в ту сторону. Так, что-то здесь затормозило прям. Так, а мы вот в этот телевизор выходим. Для меня он самый сложный в этом уровне. Так, замечательно. Первый красный пульт взяли. Бонус появился, да. Анимации падения нету, но... Ничего страшного. Сохраняемся. Сейчас пойду во второй. По сложности это... Активировать лифт. Тут и белый пульт можно взять. Да, какой-то небогатый набор слов у этого комментатора. Зачем было менять озвучку? Ну, не буду я уже лезть за красной мухой. Сразу идем наверх. Не тратя время. Да чтоб тебя... Что ж ты такой? Неряшливый. Так, сбиваем тыкву. Жмем обязательно на этот рычаг. Активируем лифт. И выходим. Так, тут мне тоже ничего не интересно, поэтому я сразу сюда. И все. Так, ждем. И забираемся наверх. Так, ждем платформочку. Отлично. И идем налево. Идем налево. Вот он лифт. Поехали. Поехали. Сейчас главное взять белый пульт. Скелетина. Так, а если я справа спрыгиваю, то я сразу к белому пульту попадаю. Ну да. Так, замечательно. Взяли белый пульт, еще одну жизнь взяли. Теперь идем на выход отсюда. Кстати, можно тут еще ящик жизни взять. Вот так.
Ну и выходим отсюда. Замечательно. 2 из 3 пульта взяты. Давайте сохранимся. Так, ну теперь самый простой пульт. Это самый первый вот, по списку здесь. А, это Мэншн, особняк это. Ну да, опять одно и то же говорит Гексино. Ничего нового он не говорит. Так, ну а мы поднимаемся наверх. Как обычно. Так, замечательно. Ползем, взбираемся наверх, прыгаем по люстре, еще раз по люстре и вперед. Минуем тыкву. Так, ну что ж, а теперь сюда. Ничего нам активировать не надо на сей раз, мы просто идем вперед. Так, пережидаем. Так, идем вперед. Прыгаем по люстре опять. Мимо ведьмочки. Так, нет, я лучше здесь пережду вот этот момент. Так, все, добрались. Так, ну и выходим. Уровень пройден. Замечательно. Давайте сохранимся. Ну а я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующем уровне. Пока-пока.